Друзья, привет. Подожди. Отсюда начнем. Друзья, всем привет. Меня зовут Юля. А меня Женя. Вы на моем канале Сладкий Персик, да, это мой муж Женя. И сегодня у нас распаковка. Мы распаковываем косметику с бренда Sami Beauty от Оксаны Самойловой. Наверняка вы про него слышали. Я ни разу еще не пользовалась ни одним средством. И сейчас Женя, который тоже вообще не в курсе, что это такое. Я вообще не думал, что меня жизнь закинет в распаковку косметики, если честно. Он будет со мной вместе открывать посуду. Да. Можно? Можно? Да. Поехали. Так. Большая какая коробка. Это здесь сколько получается? Не знаю, я литров не 20 шампуней. Вот у меня, кстати, воруешь иногда шампуни. Ну да, когда у меня заканчивается, приходится. Так, она, значит, такая розовенькая. Здесь вот написано название бренда на крышке. Внутри бумага розовая, вот такая вот штука. Видели его глаза, ему просто страшно. Сейчас кошка, да, если увидит, разнесет это все по дому. Да. Вот такая вот. Так. Так, давай, короче, эти шуршалки уберем сейчас сюда. Так, здесь у нас чек. Давай его не будем. Программа ежедневного ухода за кожей. Опа-на, все, она уже бежит. И здесь у нас лежит какая-то коробочка, запакована в пупырчатую пленку. Давай, угу. Читай, что здесь написано. Так, ну здесь Daily Skin Care Program. Короче, ежедневная программа по уходу за вашей кожей. Я как знаток английского языка, да? Очищающая штука для лица. Может, открыть ее? Давай. А там на коробке не написано, кстати? Давай я сейчас сразу достану, наверное, следующую. Вот, подожди. Очищающая пенка для умывания. Здесь она у нас вот так. Где? Вот это, пенка для умывания. Потом он делает балансирующий тоник для лица, вот этот второй. Обновляющий скраб для лица, вот этот. Угу. И легкий увлажняющий крем для лица, вот этот. Угу. Все. Вот у нас киса пришла. Все, у нас тут уже распаковщица. Второй. Так, давай достанем вторую, да, чтобы убрать большую. Так, иди вот в эту коробку. Она у нас любит коробки. Опа! Так, значит, здесь у нас... пупырочка. Ой, что это такое интересное? Тут какой-то нож. Нож? Это бодисет, то есть набор для тела. Классно. Набор для тушки. И получается... У меня для тела, у тебя для тушки. Набор для ухода за телом. Полирующий скраб для тела, шпатель для скраба. Это, видимо, вот этот черный. Подтягивающий крем для тела и щетка для сухого массажа. Нет, шпатель все-таки розовый, да, вот эта щетка. Это шпатель, так, а не нож. Откроем, короче, мы коробки. Я мало пользуюсь косметикой и вот люблю все тестить, потому что ничего в этом не понимаю. И у меня такой вот, ой, это прикольно, это вкусно пахнет, это работает. И как бы, когда ты не разбираешься, мне кажется, тестить еще легче. Так, я не знаю, как это достань. Вот так это делают. Тебе прям все доставать? Да. Это у нас крем для лица, и он вот с таким дозатором. Интересно очень попробовать. Я так понимаю, что он для любой кожи подходит, и он по отзывам должен быть очень хороший. Вообще в этой косметике я читала отзывы, они прям нормальные. Это у нас что? Это скраб для лица. Нет, пока так. Это пенка. Она со щеткой? О, прикольно. Ну, силиконовая щетка. То есть, прям вот да, можно сразу бороду можно причесывать. Классно. Это удобно, кстати. И тоник. Вот. Очень здорово, что можно купить набор, здесь не покупать все средства отдельно. Например, я купила себе разок очень дорогой шампунь, я не могу понять, правда ли он такой хороший или нет, потому что я пожалела денег и не купила сразу кондиционера, а все средства все-таки нужно в комплексе использовать, поэтому вот здорово, что здесь все идет в наборе. Можно отдельно, наверное, купить, но лучше в наборе брать, чтобы сразу понять, работает средство на твоей коже и как это все происходит. Я заинтересовал, да, баллочка? Да и в наборе всегда выгоднее, как показывает. Да, правда. Обычно да. Не, меня заинтересовало то, что, смотри, здесь получается нажимаешь, и здесь сразу пенка появляется, да, на щеточке. Тут, то есть, вот 2-3 раза там написано нажмите, и потом трите. Просто это вообще, это прикольно. Охренеть.
кажется, это самая веселая твоя распаковка вообще. Почему мужиков такого нет? Слушай, я больше скажу. Если смотрят какие-нибудь компании, которые бритвы делают, там, Браун, Филлипс, да, смотрите, вы, получается, в бритву встраиваете сразу пену. Вообще сам. Оп, нажал, сразу бреешься и пенишься. Ну, классно, классно. Так на полу. Да, мне нужно еще морду смыть. Так, я вернулся. Жень промыла, значит, вот эту вот щетку, снял ее, промыл, весь облился, потому что написано здесь, что нужно щетку промывать, чтобы ничего не засохло. Да, в инструкции написано. Ответственный человек. Открывай вот эту коробочку. Так, ну сначала, да, уберу, тогда сейчас защелкни эту штуку. Я открою. Прям девчачья такая штука. Поэтому тебе понравилось. Розовая. Нет, не поэтому понравилось. Мне понравилось вот это вот. Мужики. Вообще, пулемет. И это у нас скраб. А я хочу открыть, понюхать его скраб. Ты же любишь скрабы тоже. Посмотри, я люблю, когда ты меня трешь скрабами. Ой, да. Какой прикольный скраб. А это щетка для скраба? Это для сухого массажа. Это типа, чтобы кожа отшелушила, чтобы целлюлита вот не было. Бороду как раз только расчесывать. Самое то. Его тело. Кайф. Да? Нормально. Мне понравилось. Она такая прям достаточно колючая. Это вот лопатка для скраба для этого. И здесь... А я думал, его пальцем надо брать, скраб. Мы всегда пальцем. Просто лопатки не было до этого. Вообще лопаточки надо носить. Тоже это доставать? Да. Так, хорошо. Это боди-крем. Пожалуйста. Ну нет, крем для тела. Это мне сейчас раздеваться получается, стриптиз. Пахнет приятно. В общем, очень, мне кажется, удобная упаковка у них. И она компактная, заметьте, она высокая и узенькая. То, что ее можно будет впихнуть в ванну, потому что уже не знаю, куда баночки ставят. Или в чемодан, да, с собой брать. Да. Вот, мне прям понравилось, буду тестить. Отзывы читала хорошие. Попробую, как это будет все на моем селе и что на такое? Моей коже и на коже Жени, потому что он прям заинтересован, видите, да? А что такое его... тоник для лица? Тоник для лица он на ватку наносит и протирает, очищающий. Ну, ты почитай, что здесь написано. То есть? Заинтересовало, я говорю. Все для чистки, ну, интересно, конечно. Я-то, у меня из косметики шампунь и гель для душа. Ага. Масло для бороды, пенка для умывания, кондиционер для волос. Но слушайте, это воск для укладки. Глин. Ага. Только вот. Шампунь. Это просто Юля один набор мне подарила. Ну да. И все, то есть, а ты прям настроился. Не, ну прикольно так. Мужчины давно уже пользуются косметикой своей. Да. И это хорошо, потому что у нас не воруют больше. Вот, друзья, в общем, набор выглядит хорошо, тебе тоже понравился. Он такой розовенький, красивый, приятный. Да, такой. Будем тестить, обязательно напишу отзыв и сниму видеообзор. Пишите в комментариях, если у вас есть вопросы, если вы тоже чем-то из этого пользовались, понравилось вам или нет. Всем пока! Пока!